В Махачкалинском аэропорту встретили триумфаторов чемпионата мира по вольной борьбе. Как мы уже сообщали, в соревнованиях вольников в Венгрии Россию представляли воспитанники Хасавюртовской спортшколы имени Шамиля Умаханова. Магомед Курбаналиев завоевал золотую медаль, бронза у Ахмеда Чакаева. Благодаря их наградам сборная России стала первой в общекомандном зачете. В Махачкале борцов ждали сотни болельщиков. На митинге выступили министр транспорта, энергетики и связи республики, заслуженный тренер России Сагит Паша Умаханов, замминистра спорта региона Гайдарбек Гайдарбеков и олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев. Победа мне далась легко, так как я готовился усердно. Мне помогали Сагит Паша Дарбишевич, удобство все делал, спонсировал всегда. И, конечно же, он как мой тренер, Сагит Паша Дарбишевич идет. И, конечно, моим личным тренерам, это Шамиль Ахмедович, индивидуально работали, и Эльмурзаевичем, Имам Мирза Эльмурзаевичем. На сборах готовились усердно. Очень приятно мне, вдвойне приятно. Когда там я выиграл, такое не было у меня такой радости. И, конечно же, хочу огромное спасибо сказать Джамболат Ильич Тедееву, что дал мне такой шанс поехать на мир.